4 июня глава Кубани Вениамин Кондратьев провел заседание Краевого оперативного штаба. Выслушав мнение всех заинтересованных служб, губернатор принял решение продлить карантин до 21 июня, но с некоторыми послаблениями. 6 июня можно гулять в парках и скверах, а также на набережных. Что касается пляжей, то решение об открытии конкретной территории будут принимать специалисты Роспотребнадзора. Парки аттракционов и развлечений по-прежнему будут закрыты. 6 июня, с этой субботы, открыть парки, скверы и набережные. Почему я считаю это необходимо сделать? Прошедшие выходные показали огромное количество скопления людей на Кубанонабережной, на Ставропольской, на Красной. То есть плотность была настолько велика, что это можно было сравнить с демонстрацией. Вместо того, чтобы их рассредоточить по паркам, скверам и в целом на большей площади, мы их собрали на наших широких улицах, по крайней мере, краевой столицы. И это реальность. Если мы будем ее не замечать, ну тогда люди будут думать, что власть живет в другом измерении. А я не хочу жить в другом измерении. Я хочу жить так, как живут люди. Мы здесь максимально даже, наоборот, рассредоточить жителей любого муниципального образования, и в том числе гостей, мы уже говорим, они прибывают, максимально рассредоточить по, в том числе и курортному городу, но не допустить их скопления. А вот эти ограничения, я считаю, нельзя зайти в сквер, нельзя зайти в парк, нельзя выйти на набережную, они образуют в том числе большую плотность и населения, и жителей, которые, конечно, выходят на улицу, естественно, им некуда больше пойти, кроме как вот там, где можно проходить. Я считаю, это не совсем правильно. Поэтому и предлагаю на ваше вот мнение возможность открыть парки, скверы и набережные. Возможно, открытие парков, скверов, определив, что у нас не работают в местах в этих, никакие аттракционы не работают, никакие рестораны, кафе, никакие заведения. И определив, что там у нас необходимо провести своевременную уборку мест общего пользования. С сегодняшнего дня начали работать уличные летние кафе и террасы на открытом воздухе. Главное условие – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Я считаю, что возможно разрешить работу летних кафе с отдельным входом, летних террас с отдельным входом при строгом соблюдении социальной дистанции и требований Роспотребнадзора. В этом случае администрация кафе, либо ресторана, который имеет террасу, либо веранду, либо летнее кафе, уже будет нести ответственность за социальную дистанцию тех, кто будет у них что-то покупать. Прошу внести соответствующие изменения в мое постановление. 6 июня, с этой субботы. Открыты для посещения и тренировок стадионы. При этом нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 5 метров. С 8 июня откроются тренажерные и тренировочные залы площадью до 300 квадратных метров. В детских садах начнут работать дежурные группы. Возможно разрешить работу дежурных групп в детских садах с 8 июня для семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в том числе для семей, где есть один из родителей, вот как мы уже сказали, матери-одиночки, иная категория, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора, но в рамках конкретных решений, какие дети могут пойти в дежурную группу оперативных штабов муниципальных образований. Торговые центры, непродовольственные рынки будут по-прежнему закрыты. Сохранятся красные пропуска для передвижения между муниципалитетами и масочный режим. Обязательным остается 14-дневное нахождение в обсерватории для гостей Краснодарского края. Вот дальнейшие шаги, связанные с ослаблением ограничительных мероприятий, зависят от нашей, на самом деле, самодисциплины, насколько мы будем дисциплинированно их выполнять, насколько мы сможем еще ниже опуститься с порогом, в том числе и эпидемиобстановки в нашем крае. От нас зависит. Заседания оперативного штаба будут проходить по четвергам, на которых, исходя из складывающейся ситуации, будут приниматься дальнейшие решения по постепенному выходу края из карантина. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».